сегодня я вам покажу, как я готовлю вкусный компот. У меня всегда для компота 5-литровая кастрюля. Чтобы приготовить быстрее компотик, я наливаю в кастрюлю горячую воду. От края отступаю примерно 3 сантиметра. Ставим кастрюлю на максимально сильный огонь. Накрываем крышкой. И ждем, как водичка наша закипит. Вода закипела. Добавляем ягоды. У меня замороженная черная смородина 300 грамм. Накрываем крышкой и ждем, пока вода закипит с ягодами. Добавляем в наш компот 7 столовых ложек сахара. Не сильно полная горка. Размешиваем. Компотик будет в меру сладенький и не приторный. Ждем закипания. Потом накрываем крышкой. Убавляем огонь на минимум, чтобы наш слегка млел компотик. И выжидаем минут 20-30. Выключаем газ и даем компоту настояться еще минут 20. И вкусный компот из черной смородины будет готов. Спасибо, кто сегодня был со мной. Подписываемся на мой канал. Будет много интересных видеорецептов. Всем пока!